По инициативе акимата Восточно-Казахстанской области в августе 2013 года был разработан проект «Сайт Тулек.кз», где выпускники области смогут участвовать в облагораживании своей малой родины. Сейчас многие из них живут за пределами Восточного Казахстана, но по-прежнему интересуются нуждами сельчан, земляков и готовы им помогать. Меценаты не только поддерживают ветеранов войны, спортсменов, многодетные семьи, но и сами участвуют в строительстве социальных объектов. Работа ведется в режиме социальной сети, где каждый выпускник, начиная с 1980 года выпуска, может создать свой профиль и общаться со своими одноклассниками, самому принять участие в акциях и мероприятиях в режиме онлайн. В рамках Тулек.кз управлением образования области ко Дню защиты детей ежегодно в области проводится благотворительная акция «Жиректен Жирекке». Цель акции – вовлеченность каждого гражданина в благотворительную деятельность и общими усилиями помочь осуществить заветные желания детей и подростков. Все обращения детей размещались в разделе «Жиректен Жирекке» на сайте Тулек.кз. Каждый желающий мог откликнуться. В прошлом году было осуществлено 2005 желаний. В скором времени будет представлен тестовый вариант новой платформы и обновленный дизайн сайта. Будет изменен раздел выпускников, где каждый выпускник сможет прикрепить и авторизовать личные аккаунты в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram.